хорошо отношения. Хорошо, столько кинокамер больше, чем людей. Что это такое? Программа. Ну, людей мало, а фотографий мало. Отец 41-го в Харькове, а потом 47-й. На полуторке вывозил войска. Это именно военные, особенно после военные фотографии. То есть, как бы, есть поздние, но это именно вот эти фотографии. Вас также с праздником. Мы знаем, что у вас дедушка тоже. Да, нашли, да? Ну, слава Богу, что нашли. И где же? И где же? Ржевский район. Деревня Калининская область, ну сейчас Тверская. Ржевская операция погиб 11 августа 1942. Все документы нашел, даже ведомость последней зарплаты 175 рублей. 50 командир был, да? За июнь, командир отделения. И его роспись была. Это хорошо, на память такой интерес проявили. 69 лет посчитался. Ну, таких там много. Я выезжал туда, на высоту. Даже делали патрончик. Я была записана фамилия, имя, отчество. Спасибо вам. Это здравствуйте. Это мне мама просто была, знаете, как дети войны в Германии. Вот она пробыла 2 года, а этот парень воевал. Но ее уже нет в живых, но мы помним. Она мне рассказывала про это место, где же были огороды. Ну, Славина? Спасибо. Да, но ее уже нет в живых. Нет, да, нет. Мы даже сидели на столько она давала. Здравствуйте. Это мой отец. Сталинград, Курская луна. Такой урчик оставался. Дедушка военная. Мой дедушка тоже такой. Я тоже Буденовка. Тройка перед войной. Здравствуйте. С праздником. Всех с праздником. Как здорово. Собачка мне. Ушел на фронт и бесследно попал. Извещение получил после войны, что в октябре 43-го года погиб. А, пропал бы. И я считаю, я семья погибшая. Я своего деда нашел через 69 лет. Вы нашли? Да. Где погиб, где захоронен. О, вы счастливы. А я и могилы не знаю своего батька. Мені 7 років було, як батько йшов на фронт. А я ж не соображала, що таке фронт. Я кажу, папа, купи мені куклу. Ото таке. І, ну, я, звісно, війну хорошо помню. Коли німці вступали в Кременчук, мужчина каже, немцы вступили. А я думаю, що якісь двері. Вийшла за угла, виглядую, кажу, такі самі, як ми люди, тільки розмовляють не по-нашому. А вони, оце мотоциклісти, зі сторони Кахновки, їдуть і вішають провода. Оце я сама лично бачила. І бачила оце, я жила на Жилгородке, бачила оці страшні оці концлагер, і як оце носили, були одиночні вистріли і виносили воєнноплених
И вот там за Дворцом культуры, вот там несколько могил, один на один похоронено. И летали черные вороны, вот это я запомнила, бо я мала была. Вот. И знаю, как немцы казали. Вот это, як підеш после 7 вечера, я йшла по воду, и він век, 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 и вы загнал. Не разрешал, и потом. Ой, мать. Отец. За те, что она военнопленную дала. Приходили, один раз хотели даже расстрелять. Забрали. Фотографируйте его, зафиксируйте его участие. Что он опоздал? Он опоздал. Опоздал, что он не наливается. Штрафную. Штрафную, да. Праздник. Праздник, праздник. 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 Здравствуйте, с праздником. Владимир Иванович, праздник. С праздником вас. Спасибо. Праздник. Да, будем начинать. Следующий на адрес. Thank you.
что сказал? Ну, такие моменты и минуты, их нельзя. Ну, у меня не хватает, например, силы сдержаться, потому что с войной связана каждая семья, кременчужане особенно, украинцы. Да без разницы. Все бывшие народы Советского Союза, они все потеряли кого-то из близких, потому это и мою семью не обошло. Это горе. Я сразу вспоминаю своего деда. Очень приятно сегодня, что люди вышли с портретами своих близких, что сегодня лишний раз и повод вспомнить о них, отдать им дань славы, уважения, чести. Хорошо, что молодежь это видит, потому что и дети стояли, и люди нашего возраста, так скажем. Я хочу сказать, что сегодня День Победы – великий светлый праздник, весенний праздник. И праздник, который всегда будет для нашей страны, для нашего города, для меня лично будет с большим праздником. Я это стараюсь передать своим детям, своим внукам. Думаю, что сегодня все в таком же патриотическом настрое и порыве. Вот потому, пользуясь случаем, хочу поздравить наших ветеранов, еще сегодня живых. Пожелать, чтобы они с нами еще долго были в строю. Вот. Ну и, конечно, пожелать нашей Украине мира, спокойствия. Убежден в том, что следующий юбилейный год, День Победы, мы будем отмечать по-другому, будем отмечать со всеми почестями нашим ветеранам. Вот. Мы в этом году проводим те же мероприятия, только без пышного празднования. Ну, будем говорить, не только пышного празднования, это без каких-то, будем говорить, ритуалов, к которым привыкли кременчужане. И вызвано это сегодня все-таки соображениями безопасности, мира и спокойствия в нашем городе. Потому молю Бога, чтобы наши политики сели за стол переговоров, успокоили страну. Украина едина, неделима. Украину мы все любим. И не могут сегодня братские наши страны, не дай Бог, наши братские народы иметь какие-то антагонизмы. Вчера мы посетили могилы. Все могилы наших погибших героев на Старореевском кладбище, на других кладбищах возложили цветы. Сегодня будем чествовать ветеранов. Традиционная солдатская каша, традиционное поздравление. После этого посетим открытие музея авиации и все мероприятия, касающиеся Дня Победы. Еще раз поздравляю всех ветеранов с этим праздником, поздравляю всех кременчужан, желаю всем крепкого здоровья, желаю нам мира и спокойствия и уверен в том, что в этом году, при том, что есть какая-то, будем говорить, причина говорить о том, что праздник немножко омрачен вот теми событиями, которые происходят на Юго-Востоке, я думаю, что все это успокоится, у нас хватит разума навести порядок в своем доме, в своей стране. Мы ее любим. Вот. И такая горячая поддержка наших ветеранов, такая горячая поддержка кременчужан, потому что мы в этом порыве сегодня едины. Едины в том, чтобы в городе, в Украине, в области был порядок и спокойствие. Это очень важно, потому не для того эти ветераны нам завоевали победу, завоевали мир и спокойствие, чтобы мы могли этот мир так просто нарушить. Поэтому всех поздравляю, всех кременчужан, всех ветеранов с Днем Победы. И всем нам мира, добра, спокойствия, голубого чистого неба и достойной жизни. Спасибо.